студенты приходят и уходят, но есть и постоянные жители этого сквера. О, Белка! Ну-ка расскажи, что в сквере нового? Да полно нового! Вот свежая новость! Ёжик, бегущий по лесу, с подорожниками думает, что он бессмертный! О, комарихи! Опять наприлетали! Ой, да мы буквально на один денёк! Кстати, девчонки, у меня муж на рыбалку уехал! В машине? Ну, почти! На лобовухе! Привет. Чего, не нравится тебе, что я с такой же день прихожу? Нет, совсем не нравится. А что ты мне сделаешь? Ух, клещами бросаются! Вообще клещами бросаются. Нет, надо ни в какие ворота не лезть! Так, что здесь началось? Ну-ка, если кому-то еще что-то не нравится, рассказывайте. У меня претензия по жилью. Уж слишком маленькая квадратура за все те орехи, которые я вам выдаю. Хотя, да, место побольше, чем в Кошелеве, но все равно. Нам не хватает питания. И что вы предлагаете? Проведите потерю Wi-Fi. Так вокруг него будет собираться больше молодежи. Так сказать, комариное кафе с Wi-Fi. Ну! А, сейчас. Да вы совсем обнаглели. Вы вообще думаете, о чем говорите, нет, а? Еще что-то. Если вам не нравится, идите вон, ищите себе другое дерево. А если вам попуху нравится валяться, идите вон к тополю. Да поймите, я дерево. Я вам даю крышу над головой. И все для блага жилья, и пищу, и общения. Знания, накопленные за целый век. И все это бесплатно. А вы... Фу. Ой, да, прости нас. Наверное, мы погорячились. Мы действительно благодарны тебе за все то, что ты для нас делаешь. Ай, это точно. Собака, не заходи за дерево, а! Да я обниматься, ну!